The Guy – своеобычный мальчик-сирота, который живет с другими детьми и таинственной воспитательницей в приюте. В один злосчастный день, зайдя в комнату вашей смотрительницы, после того, как она по ошибке оставила ее незакрытой, вы обнаруживаете странную маску. Примерив ее на себе, она превращает вас в маленького монстра. Вернуться к своей нормальной форме не так-то просто, как кажется на первый взгляд, ведь снять маску вы не можете. Так что теперь вам придется отправиться в опасный темный мир в поисках лекарства. И я надеюсь, что вы извлечете из этой истории урок, что не надо врываться в чужую комнату и примерять чужие странные маски. Перед вами The Guys – это прекрасная 2D-анимация, которая погрузит вас в темное фэнтезийное приключение в большом взаимосвязанном мире, наполненном атмосферой гибели и разложения, где вам предстоит приложить максимум усилий, чтобы найти желаемое лекарство от той напасти, что превратило вас в монстра. Вам предстоит обжиться и полюбить свое новое тело, освоить новые способности типа бега по потолку, кислотных плевков и срыгивания желтых бомб. Ах да, и что еще немаловажно, попытаться не потерять остатки своей человечности в этом безумном мире. На вашей стороне звериная ловкость, чудовищная сила, пугающий образ и возможности, недоступные обычным людям. Против вас, благодаря вашему новому чудовищному облику, выступают все живые и мертвые существа. Ведь они ж не знают, какой вы мягкий и пушистый внутри. Сражайтесь с людьми, животными, монстрами, демонами и даже с ангелами. Исследуйте умирающий город, мрачные леса, темные подземелья и смертоносные долины, полные демонов. Находите скрытые проходы, потайные комнаты, в которых содержатся сокровища, и разгадайте все секреты этого фэнтезийного мира. Эволюционируйте, убивая особых монстров, чтобы забрать их способности, ведь звериная сила и ловкость – это еще не все преимущества вашего нового обличия. Хоть мир The Guys жесток и несправедлив, вы отыщете свет во тьме, так как некоторые его жители будут вам рады. Например, дети, чей взор чист, а восприятие мира еще не тронуты тьмой. Или собирательница глаз, тонко чувствующая вашу боль и отчаяние. Собирайте глаза врагов, ведь это местная валюта, которую можно потратить на улучшение полученных способностей у собирательницы глаз. Повстречайте странных, неигровых персонажей и шаг за шагом открывайте для себя игровой мир. Демонстрационная версия The Guys доступна в Steam и включает в себя значительную часть игрового мира, на изучение которого идет около 30 минут. Оформление превосходное, обстановка интересная, но на данный момент бои немного скучные, а структура игрового мира слишком проста. На это указывают несколько длинных линейных секций игры, которые, похоже, служат никакой другой цели, чем тратить свое время. Дизайн уровня немного раскрывается к концу демонстрации, но даже в этом случае он кажется очень линейным для метроидания. Это многообещающее начало с ее высококачественными художественными работами и интересным темным фэнтезийным миром. Так что если разработчикам удастся немного поколдовать со структурой мира и внести более интересные сражения и врагов, для победы над которыми нужна другая тактика, то это получится отличная игра. Кроме того, всегда приятно примерить на себе облик монстра для разнообразия.